Всем привет! Классический и в то же время современный дизайн мобильного телефона Samsung S5610 пропитан утонченностью. Без всяких выдумок моментально станет неотъемлемым атрибутом делового человека. Обращая внимание на внешний вид, а затем и на функционал, начинаешь задаваться вопросом, во сколько же обойдется такое удовольствие? Цена в этом случае становится одним из главных достоинств. Рассмотрим ближе! Samsung S5610 выполнен в форм-факторе моноблок. С первого взгляда внушает доверие своим внешним видом, а взяв его в руку, доверие становится необратимым. Дизайнеры поработали на славу. Тонкий, маленький, удобный. В комплекте телефон, зарядное устройство и краткое руководство пользователя. Все кнопки, клавиши и разъемы на своих местах. Удобные и неназойливые качели регулировки громкости и отверстие для крепления ремешка на левой боковой стороне. Кнопка управления камерой на правом торце. Разъем 3,5 мм и разъем подключения microUSB сверху. Микрофон на нижней части. На лицевой плоскости удобная кнопочная клавиатура, кнопки вызова и сброса. По центру джойпад. Чуть ниже дисплея кнопки просмотра контактов и вызова меню. Выше дисплея разместился разговорный динамик. Задняя крышка собрала на себе камеру, вспышку и звуковой динамик. Телефон Samsung S5610 оснащен TFT QVGA дисплеем с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240 на 320 пикселей. Характерными его чертами можно назвать читабельность и четкость картинки. 5-мегапиксельная камера способна снимать видео в формате MP4 нажатием одной удобно расположенной кнопки. Также камера оснащена автофокусом и вспышкой. Все это в совокупности дает возможность сделать приличные снимки, как для мобильного телефона. В камере предусмотрены определенные программные настройки, где можно будет настроить ее под конкретную ситуацию или световые условия. Очень впечатлил встроенный фоторедактор. Здесь набор фильтров, стилей и эффектов. Хранить необходимую и не только информацию можно на карте памяти microSD. Телефон поддерживает до 16 гигабайт. Есть MP3-плеер, FM-радио и Bluetooth. Горите желанием послушать новинки музыки? На этот счет в Samsung S5610 имеется разъем 3,5 мм. Подключайте любимые наушники, гарнитуру или даже портативные колонки и слушайте вашу любимую музыку. Также есть USB для подключения к компьютеру. Предусмотрены широкие возможности работы в интернете, что позволит обмениваться сообщениями посредством мессенджеров, электронной почты и социальных сетей. Буквально на ходу пишите в Twitter и Facebook, используя мультисервисный мессенджер. В целом телефон Samsung S5610 обладает высокими характеристиками, играет свою важную роль в развлечениях, а также играет роль органайзера и коммуникационного центра. Здесь, когда дело доходит до цены, доступность всеми своими плюсами подсказывает, что аппарат достоин быть приобретенным. Сочетание глянца и матовой отделки корпуса доводит его внешний вид до особой привлекательности, а камера будет радовать своим функционалом и набором всевозможных нюансов в использовании и постобработке. На этом все, с вами был интернет-магазин Photos.ua, меня зовут Максим, подписывайтесь на наш канал на YouTube и оставайтесь с нами!